У меня к вам очередной вопрос. Вот смотрите, ну, я частенько выпускаю какие-то ролики там, такие простецкие, пытаюсь как-то людей мотивировать, как умею, что-то рассказываю о себе, вот я то сделал, это сделал, и все вот эти мои посты, видеоролики, все направлены сугубо на популяризацию, не побоюсь этого слова, пропаганду здорового образа жизни. То есть я не рассказываю, какой я молодец, потому что я просто молодец. Я именно делюсь и хочу, чтобы те, кто это увидит, тоже встали с дивана и что-то подобное сделали. А лучше, чтобы сделали что-то интереснее. Так вот, вопрос. Почему многие из вас считают, что не нужно об этом рассказывать? То есть, типа, ты хвастаешься. Друзья, давайте делать добро и рассказывать об этом. Ведь это, получается, реклама. Реклама добра. Вот ты сделал какое-то доброе дело. Неважно, что это. Расскажи о нем. Пускай другие люди увидят. И им тоже захочется это сделать. Просто бывает, вступаешь в переписку с какими-то товарищами, которые начинают свое обращение к тебе словами: ну зачем ты это сделал? Сделал бы лучше вот так вот. Или вот так вот. Причем именно критикуя, не предлагая что-то такое интересное, а просто критикуя. Ну зачем ты это делаешь? Кому это вообще поможет? Кому это вообще интересно? Начинаешь с ним разговаривать, он уже пишет: слушай, хватит хвастаться, зачем ты хвастаешься? Понимаете, о чем я говорю? То есть речь идет не о хвастовстве, речь идет о том, чтобы у добра была реклама. Потому что реклама водки всяческой, сигарет, ее везде полно. Там наркотики, то же самое. Во всех песнях, фильмах, кругом много зла, так скажем. А вот про добро очень мало говорят. А если кто-то и говорит, то сразу же на него набрасываются и говорят: ну что ты хвастаешься? И ведь даже вот меценаты всякие, да? Вот типа, ну так принято, что меценаты, они не афишируют свою деятельность по меценатству. Я считаю это неправильно. Поэтому, друзья, будьте добры, напишите в комментариях, какое ваше мнение. Стоит ли рассказывать о своих добрых делах или нет? Если нет, то почему? Конечно, если человек просто делает дела добрые, никому не хочет об этом рассказывать, это абсолютно нормально. То есть есть такие люди, которым ну просто это неинтересно там делиться об этом. То есть они это делают для себя, по каким-то там своим личным причинам. Но вот если бы все, кто делает добро, рассказывали об этом, тем более сейчас это вообще не сложно. Мне кажется, просто количество вот этого добра, этих добрых дел, было бы ну, в сотни, в тысячи раз больше. Просто потому, что если людям говорить ежедневно, если они будут видеть, что один сделал что-то хорошее, другой сделал, то им бесспорно захочется это сделать. Друзья, делаем добро и рассказываем об этом. Будьте здоровы!